Важное объявление. Важна обява. В этом году в мае месяце. Тази година май месяц. Когда Бай приезжает? Примерно в конце мая где-то. 20-х числах мая приезжает доктор богословия. Към края на май ще дойде доктор на богословието. Ну, это наш очень близкий друг. Много близок приятель. Мы с ним когда-то начинали служить. С него започнахме да служим в 91-ва година. Сейчас он является пастырем Астанинской церкви. Сега той пастор на Астанинской церкви. То есть это столица Казахстана. Столица на Казахстан. На казахском языке. На казахский язык. Он наполовину казах, наполовину кореец. Той наполовину казахстанец, наполовину кореец. Защищает диссертацию в Санкт-Петербурге. Защитава диссертацию в Санкт-Петербурге. И когда он ее защитит, и когда защити, то он станет профессором богословия. Ще стане професор на богословието. И мы решили его пригласить. И ние решихме да го поканим. Вот, написали ему. Написахме ему. И он дал согласие. И той не дали согласие. Приехать. Да дойди. И дать тему. И да даде тема. По эсхатологии. За эсхатологията. И он написал, я буквально вот так процитирую. Еще цитирам. На эту тему. Той писа, о последнем времени. За темата, за последните времена. По книге Откровения. Според книгата на Откровение. Я могу проповедовать один час. Мога да проповядвам един час. Могу несколько часов подряд проповедовать. Мога да проповядвам няколко часа. Могу проповедовать несколько дней подряд. Мога да проповядвам няколко дней. То есть сколько вы захотите, я буду о ней проповедовать. Сколько то поискате, я ще проповедвам. Хотите, пригласите меня на 3 недели. Ако искате, ми поканете за 3 седмици. На месяц. За месяц. Или на один день. Или един ден. Я буду говорить, говорить и говорить. И ще говоря и говоря. Но я не являюсь публичной личностью. Обаче не се явявам публична личност. Поэтому пусть наш семинар будет закрытым. И затова нека нашия семинар затворен. Это для того, чтобы ваша церковь была хорошо информирована. За да може църквата ви да е добре информирана. Можно будет задавать любые вопросы. Ще може да му задаваме всякакви въпроси. И получить ответы. И да получим отговори. Поэтому я думаю, что Бог нас очень сильно любит. И затова вярвам, че Господ много ни обича. Мы пригласили его на 3 недели, по-моему. И го поканихме за 3 седмици. Он будет здесь 3 недели. Той ще е тук за 3 седмици. И вот 3 недели без остановки. И 3 седмици. Безспирно. Да. Воскресенье и среда. Я шучу, конечно. Саму неделю и среду ще имам собрание. Ну, в среду это, как всегда, будет 7 часов. В среду от 7 часов. Ну, примерно до 9. До 9. И воскресенье это, как всегда, с 2 и примерно до 3. И в неделю някъде от 2 до 3. Вот такая хорошая новость. Такава хубава новина имаме. И я попрошу у него, чтобы он нам дал разрешение, чтобы мы могли заснять эти семинары или на видео. И ще го помоля да можем да заснемем тези семинари. Или на аудио хотя бы. Видео или аудио. Чтобы мы хотя бы могли их прослушивать. Да можем да си ги чуваме после. Потому что это очень твердая пища. Защото това е много твърда храна. И вот так просто один раз прослушав. И просто виднъж да я чуем. Вы ничего не поймете. Няма нищо да разберем. Надо будет тщательно это все штудировать. Трябва много изучать, детайлно да изучаваме и да изследваме. Проверять, перепроверять по Писанию. Да проверяваме и в Писанието. Ну, нас ждет, я думаю, что плодотворная работа. Чака немного плодотворная работа. Ну, еще раз напомню, что у нас служение каждую среду проходит. И пак ще напомня, че имаме служба всяка неделя. Молитвенные 7 часов вечера. И молитвенни в всяка среда. Молодежное у нас служение Молодежко проходит. Служение. Каждую пятницу 7 часов. Всякий петък от 7. Вот, по субботам у нас проходит шабатное служение. В субботу имаме шабат. С 2 до 6 часов. От 2 до 6 часов. И каждое воскресенье с 1 часов. И всякая неделя от 11 часов. У нас официальное богослужение. Имаме богослужение. Давайте мы сегодня встанем, помолимся за нека се изправим и помолим наше финансовое служение. За финансовое служение.